что, ребята, по сути, по старой памяти все правильно заполнил. Как-то, блин, сколько у меня времени прошло, хотя 15 минут постоять. 16 постояли. Ладно, поедем туда уже. 16 постояли, можно будет потом еще 30. Так. Лайн 16. Поехали. Не знаю, попадем мы на этот паром. Особо я не хочу торопиться на этот паром. Поедем. Пишет, осталось 17 минут мне вождения. Не, 15. Я мне особо по барабану. Сейчас заеду в 18-ю линию, по-моему, да, встану. И все. Думаю, потом заеду, за 15 минут я заеду. А может, еще и полчаса поставим, фиг его знает. Опс. Окей. Хотя, я не помню, как там паромы, 15 минут каждый ходит или 30 минут. У меня 30 минут осталось, грубо говоря. Line number 18. Так, если 18, я думаю, они сейчас начнут с того, будут тот ряд, еще не факт, что я первый. Либо я поеду первым, либо я поеду потом. Ну, хотя машин не так много сегодня, смотрите сами, видите, да? Там идет сюда паром или уходит? Непонятно. Хигельман, Хигельман. Ну все, приехали. 14 минут у меня, кстати. Блин, поехала моя линия, потом поехала... Не, автобус, потом поехала моя линия, блин. Справа поляк что-то стартанул, какой-то дятел, блин. И въехал в мою линию, блин. Мог спокойно ехать вон туда, блин, стать первый, блин. Очередь. Ну дурик, блин. Решил высебнуться. Подождал бы, пока я поехал, блин. Сам дурак, блин. Ладно, блин. Не получилось у меня, короче, блин, постоять. Гайдыши на 17, блин. Все равно, мне еще 14 минут. Не получилось. Пришлось ехать. Зря он что-нибудь так рано запустил, блин. Мог еще, блин, минут 12 точно подождать там. Без всяких проблем. Пшек, конечно, этот, блин, дурик, блин. Ну, сейчас поедем. Оставшееся время, ой, что ты там несешь? Вот сейчас 14 минут, это другое дело. О, сейчас заезжаем, ребята, давно я тут вот и пойду там кое-что посмотрю в этом. Кофейку возьму себе, блин. Сейчас посмотрим, куда ехать мне. Будем первыми выезжать. Ага, тут
далеко я так и не уеду. Давай, давай дальше. Ты, блин, ну... Все. Блин, вот здесь паркинг, надо было здесь остановиться. Блин, что-то как-то я вот на будущее. Я думал, что здесь нельзя, а кажется, здесь можно. Ладно, на будущее будем знать. Там будут проверять паспорта, они будут. Поедем тогда. Показывают типа на бензозаправку. Как он хочет, чтобы я поехал на бензозаправку? Так и не получится мне ехать. Но вот тогда здесь становиться. Как там? Нет, там, я не знаю, там какой-то там заправка. Я там, кстати, да, как-то стоял, там, по-моему, есть что-то такое. Ладно, пока выключим. Дании. Я уже посмотрел на свою спину, на плечо, на столько покусов вот этих уродов, комаров, блин, как будто точно где-то блохи меня покусали. Аж стыдно в такой майке ходить, надо мне майку одеть с закрытыми рукавами. Ну, благо, это не юг Франции, не юг Германии. Здесь будет попрохладнее. Ну, сейчас мы едем уже, в принципе, я не знаю, наверное, на паркинг надо идти, на какой-то ближайший. Так я и сделаю. Первый ближайший подходящий паркинг, я остановлюсь. Да что ж такое-то? Орехи во рту не усваиваются, вываливаются. Ой, блин, тут, наверное, вам фигово видно. Да хотя там показываю я дорогу, а не себя. Как говорится, раньше встанем, раньше ляжем. Мне все равно только полтора часа ехать. 11:20. Чтобы потом не париться искать паркинг. Пойдем на первый попавшийся. Тут, по-моему, был один. Когда я первый самый раз здесь встал, с мраморными плитами, помню, из Италии, стоял здесь в ожидании. Потому что он мне показывает, еще один типа есть, где-то через 12 километров. Я думаю, мне тот же самый показывает. Причем, по-моему, показывают мне все мои паркинги, которые я знаю. Вот этот сейчас будет паркинг, и потом там за мостом. Но там, может быть, не будет времени в это время.
Там сам паркинг маленький, но машины стоят еще там дальше. Ну, по моим понятиям, там нарушение. Только бы не полиция. Машина с этим прицепом. А вон здесь показывает типа раз и на разворот и туда куда-то идти. Туда-туда. Что потом в обратном направлении? Не, поедем-ка мы дальше. На свой паркинг. Куда-то там по полям. Не, ну его нафиг. Будем его там искать. Один раз мы где-то тут, помню, заехали куда-то, блин. Потом я переживал, что мне, блин, штраф придет. О, блин, российский флаг. Шведский, датский, чешский. Интересно, блин. Нет, это не Россия. Это литовский, нет, непонятно какой-то флаг. Какой-то обстрелянный почему-то. И вот там впереди мне 4 километра до паркинга. Следующий через 7 километров. Будем надеяться, что здесь есть место. Но он такой маленький, по сути. Но ничего, стоять можно. Когда, если сейчас, сколько у нас, 19:43, 8. 5 часов можем стартануть. Ну, посмотрим, еще не уверен, что там будет место. За мостом так точно места не будет. Ну, 90% не будет места. Можно, конечно, попробовать. Мне в прошлый раз повезло. У меня там отметка, что в 4 вечера уже там не было мест. До него 50 километров. Нет, туда не поедем. Сейчас тут два паркинга будет. Один вот сейчас будет скоро. И один дальше, через 6 километров. Не, ну я, по-моему, был не на этом, не который сейчас будет, а на следующем. Хотя, не, по-моему, я на этом и остановился. Маленький, он буквально для двух машин был. Там дальше, да, там дальше в городе, блин, через который я ехал, да-да. Это уже там за мостом. Ну что, будет, не будет места? 1000 метров. Что скажете, будет, не будет, будет, не будет? Попробуем, притормозим. Блин, хрен там, по-моему, есть места, блин. Там уже стоят. Да. Не, ну можем попробовать заехать. Почему нет?
Не, нету. Нету, к сожалению, нету места. Тут вон, блин, дро поставил, а этот стоит, блин, тягач. Можно было подождать, чтобы когда он уедет. А то он встал так, блин, нехороший человек. Но я не хочу последним стоять, потому что у меня нафиг покрышки. Значит, следующие 7 километров. Час 30 нам ехать. Час 30. Давай поехали на него. Поедем на него. Посмотрим, что там за паркинг плейс. Я один такой заехал в паркинг плейс. Потом еле выехал. Ну что, друзья мои, остановился я вот в таком паркинге, блин. Там дальше нельзя было. Хотя можно было еще, по-моему, впереди ставиться. Нет, перед той машиной, мне так кажется. Чтобы не стоять. Ну ладно. Еще место было назад. Такой паркинг вот интересный. Главное, чтобы комаров не... Я бы показал вам, на кого я похож сейчас. Мое плечо. Ну, вот так. Если вот так вот показать. Вот. Вот, вот так, да? Нормально, да, так меня покусали? Кажется, наверное, там какие-нибудь блохи. Не, ребят, это именно вот эта машкара, блин, сраная. Ужасная, блин. Сейчас пойдем пройдемся. Вот такой вот паркинг. Остановился. Ну, надеюсь... Все будет в порядке за ночь. Нужно посмотреть. Конечно, можно было бы там дальше проехать. Я как-то так решил, что... Можно было бы и здесь стать. Хотя здесь, наверное... А я думаю, что ночью здесь стану тоже машины, блин. У нас ребята, блин, такие. Пофиг. Становятся на ночь.
Кстати, нормальное место. Ну, тут типа для автобусов показано. Какие лопухи тут такие, блин. Что-то растет такое серьезное, блин. Это рабарбар мощный, блин. Инопланетный, блин. Или это, блин, не борщевик, надеюсь. Борщевик, он, блин, вредный. Будем надеяться. Вот там тоже стоят еще машины. Место было. Водичку можно набрать. Да, вон водицы можно набрать, если есть желание. Вон тоже Эвел стоит. О, здесь можно воды будет утром набрать себе в канну. Ну да. Тут такая интересная, там еще елочка есть. Помимо всего. Поэтому там, наверное, места и не было. То, что я подумал, что там типа места, наверное, там их не было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Так что? А что там наверху у них? Ну вообще хорошо, уже прохладно. В принципе, это радует. Вот там машина стоит. Я вот думал вот перед той машиной встать. Можно, конечно, было попробовать, если очень захотеть. Но я не очень-то хочу. Я все время думаю взять с собой скандинавские палки. Блин, как уезжать, так мне лень их брать. Это, нет, это не черешня. А вот так взял и так и пошел по полю, например, гулять. Тут такие вот. Кстати, вот, да, туалет тут есть, да, забыл сказать. На этом паркинге. А что здесь у них поле? Поле чудес. Ой, блин, старый стал. Шведский домик, шведская. Семья, да, поля. Уже урожай убрали, походу. Что-то новое уже посеяли. Да, у них-то лето покороче, чем в остальной Европе, так скажем. Не, ну я рад. В принципе, что я так переживаю? У меня запломбированный груз. Если что-то с ним произойдет, извините, ребята, не я виноват. Указаний у меня нету, чтобы не стоять на платных охраняемых паркингах. Поэтому все в порядке. Так, для себя проверю, было там место еще или не было. Какие-то фруктовые, похоже, да? Очень похоже на фруктовые, но что фруктов нету, блин. Причем большие, что-то типа... Да, нехило меня покусали, блин. Фу, слава богу, я их извел, изуничтожил. Чудак за мной бежит, чудак спортом занимается. Что-то похоже на... Не, нет, не плодовое. Да, похоже. Ну вот, да, было место перед этим встать. По-большому. Если очень захотеть... Вот тут еще одно местечко было, да. Я уже вижу отсюда вот. Если бы я дальше проехал, я мог спокойно здесь встать. Ну, кому-нибудь оставили местечко. Хотя, конечно, можно и сейчас открыть смену и проехать. И встать спереди. Ай, что там париться, блин. Литовец стоит. Да, тут было место. Нормально. Если очень захотеть, можно подъехать и встать.
Ладно, ребята, пойду, подумаю. Стоит, не стоит, стоит, не стоит. Не, ладно, не буду я так париться. Кто-нибудь приедет, пускай там становится. А я на этом буду заканчивать, ребята. Видео пойду ужинать, надо кое-какие вещи оформить. Ну, как обычно, спасибо, что заходите. Берегите себя, своих родных и близких, и все будет чики-пуки. Пока.